В межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое прошел чемпионат округа по стрельбе из боевого оружия пистолета Макарова. В нем приняли участие представители силовых структур и муниципальные служащие. Подробнее в нашем сюжете. Мишень будет спортивная, зеленая, не маленькая спортивная, а С4. То есть она будет для всех, расстояние до цели будет 10 метров. В Люберецком округе соревнования по стрельбе проводятся ежегодно. Чемпионат приурочен ко Дню защитника Отечества. В этом году в нем приняло участие 10 команд. Есть также команды и МЧС, есть команды и прокуратура, администрация, общественного совета, от МВД команда и перечень других команд. Данные соревнования проводим совместно с Люберецкой администрацией при поддержке нашего главы Люберецкого района. В каждой команде по 3 стрелка. Участникам предоставляется 3 подхода. Первый – пробный, а 2 последующих идут в зачет. В каждом подходе по 5 выстрелов. Андрей Малов входит в состав команды МЧС. Для него это первое соревнование. Рассчитываю хотя бы несколько мишеней поразить. Почитал по теории, как правильно пистолет держать, какая стойка правильная. Больше надеюсь на что-то внутреннее, что-то вспомню из службы в армии. В чемпионате принял участие глава округа. Он выступил за команду администрации. Во время прохождения службы в вооруженных силах Владимир Ружицкий много раз участвовал в стрельбах из пистолета и автомата. Главное, чтобы все это не пригодилось в жизни. В преддверии Дня защитника Отечества я хотел бы всем пожелать здоровья, благополучия, ну и главное мира. В это непростое, я бы даже сказал, сложное время. Победителем чемпионата стала команда Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Московской области. А второе место заняла команда средств массовой информации. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.